Все, я поджигаю нахуй. Кого? Дом? Зачем дом? Кого? Какой ты дом поджигаешь? У меня тут спички, я свой настоящий дом поджигаю. У меня стена горит. Ща я ее ногой лучше потушу. Ну что ты заливаешь? Она не тушится! Мама, я дом поджег! Чего, обалдел что ли? С ума сошел? Че, у тебя вообще что ли с головой? Ну-ка быстро давай туши! Быстро, я сейчас пожарку позвоню! Совсем чокнулся! Психушку тоже! Давай быстро туши! Я пошла звонить, давай, побери покрывало! Ну ты вообще, у тебя с головой не в порядке! Всем уже привет! Я сейчас позвоню, ты у меня сейчас получишь! Выключай нафиг все! У тебя уже крыша поехала! На это фоне! С ума сошел! Ну-ка, туши! Я тебе сейчас... Собственно, команды проекта на моем сервере совсем озверели. Я полетал по серверу, и у нас на каждом, в принципе, доме поломки находятся. Вот люди уже боятся команды серверов здесь. То есть люди получили право влезать в чужие приваты. Они могут это делать. Вот, пожалуйста, вот он, что он делает. И он ломает этот дом. То есть я решил избавиться от этого. Хоть как-то их наказывать. Вот это команда проекта. В конце видео мы с вами решим, что с ним делать. Вот, то есть... Он меня сейчас видит, я якобы тоже команда проекта, ну типа я тоже команда проекта, вот он команда проекта и я команда проекта. То есть он привилегированный, купил ее привилегию, я не знаю, что с ним делать. То есть лишать его привилегии, ну мы сами решим, ребят, в конце. Давайте сейчас ему в личку, вот он стоит на меня, смотрит. Он ломает дом, как бы, и те, кто играют у меня на сервере, в принципе, вполне понимают, о чем идет речь. Привет, допустим, да, зачем ты ломаешь... Дома. Так, зачем ты ломаешь дома? Я ему написал. Ответит он или нет, это вопрос. Ну, мы еще раз напишем, зачем ты ломаешь дома, потому что, вот, я не знаю, просто его забанить, я не знаю, не хочу. Он все-таки отдал свои деньги на эту привилегию. Помоги по скайпу, пожалуйста, мой скайп. A.Romanishin12. Мне нравится, я грифер. То есть ты грифер, команда проекта. Кстати, так, тогда давайте его в скайп добавим, попробуем. Сейчас. Алло. Да, чё? Привет. Здорово. Ты, да, вот тут дом ломаешь. Я, вот. Я и чё? Ты команда проекта, ты ломаешь дом, да? Да, и чё? А ты купил привилегию или ты её... Купил я её. Я просто тоже команда проекта, я ее сегодня только купил, эту привилегию здесь, на сервере Серджу Крафта. Я не знал, что ломать можно дома. И тебе не жалко? Ломаешь все делаешь-то. А тебе не жалко дома? Зачем ты их ломаешь-то? Да мне как-то пофигу. Просто это весело, смотреть на реакцию других людей и пофигу. Они все равно, но никому не нужны. Не, ну как не нужны? Смотри, он зашел сюда, тратил свое время, играл здесь, а ты зачем ломаешь тогда? Пофигу. Не, ну я, например, купил команду, чтобы помогать игрокам. То есть я могу здесь прописывать ваниш, там, давать вещи, там, строить дома, креатив, все. То есть я купил, чтобы помогать игрокам. Но никак не ломать дома. Зачем ломать-то? Тут просто я по карте полетал, все дома поломаны. Ну хочу и ломаю. Че тебе? На тебя, если жалобу кто-нибудь подаст, я не знаю. Да и пофигу. А, не, ну... Ну я, знаешь, аккуратно ломаю там, чтобы никто вот не догадался. А если тебя лишат привилегий, не жалко? Ну, будет жалко. Ну, я постараюсь этого не допустить, потому что не буду. Ну, в общем, не знаю, можете помочь. Давай. Он есть. Ты где? Стой. Я тебя потерял. Телепортнись ко мне, у тебя же есть привилегия, вот я к тебе лечу. А какой твой ник? Стой, посмотри, Яшин. Яшин 01. Все, я у тебя здесь. Ну да, я забываю, просто привилегии купил только сегодня. Я не могу еще... Стой, ты этот дом хочешь сломать, что ли? У меня он не прогрузился, погоди. Что за дом-то? Стой, он же алмазный, золотой, может, человек добывал? Да и пофиг. Мне не... Зачем ты ломаешь-то? Да хочу и ломаю, что тебе, блин? Дом, что ли? Может, не будешь ломать? Ну, человек делал все. Смотри, его берем и ломаем. Давай со мной, помогай. Блин, ну ящики-то не ломай, может, человек там что добывал. Да и насрать. Я тебя не понимаю. Стой, там вещи, там же вещи, ну ты зачем, вещи? Пусть горят.
И что так? И ты отдал здесь деньги, чтобы вот этим заниматься, да? Да. Блин. Ну я не могу это знаешь, ломать. Весело. Весело. Я не могу так ломать, конечно. Я прям не могу ломать эти дома. Берем и фигарь. Используй этот пример. Нельзя. Да и пофигу. Лут будет, они все равно удалятся. А тут, тут чистильщик мусора, он сам все уберет. Ну и пусть убирает. Слушай, сейчас, а мне кажется... Дом отредактирую, чтобы ты не беспокоился там. Чтобы ты не беспокоился. Сейчас я ему починю дом быстро. Ну, игроки починю. Часто жалуются же на... Да и пусть жалуются, мне пофигу вообще. Ну то есть ты нормально относишься к тому, что люди тебя ненавидят. Ну и это же люди, это же там не создатели, они меня все равно не забанят. Я там, если увижу, там напишут мой ник и обзовут меня там грифером, я ломаю дома, и я просто улечу с сервера там на какое-то время. Засекаю я всегда 200 секунд, и обратно захожу и ломаю все. Да, ловко у вас у всех так, кто ломает дома. Не, я тоже могу ломать дома, вот я тоже ломаю. Помогаю тебе как. А у тебя у самого-то дом есть или ты то и дело, что ломаешь? Есть. Есть? Можно, да. Чё, показать можешь? Да, могу, ща. Слушай, мы так с тобой друзьями можем стать. Легко. А часто ты играешь на сервере? Ты, ой, можно к тебе ТП, да? Да, ТП-хайся. О, мой дом. Так, я все строил лично. Эх, ё. Вот это мне нельзя ломать, сразу говорю. В смысле нельзя? Ты не имеешь права мой дом ломать, а я другие имею право дом ломать. Это как так? А вот так-то, потому что я создатель. Ты не создатель, ты команда проекта. Брат. Чего у тебя? У меня брат ютубер. И чё? Ну и то, значит, мне всё можно. А при чём здесь ютубер и всё можно? Ну, какая разница вообще, не понял. Ну извини, я просто не часто с людьми знакомлюсь, поэтому я... Могу что-то говорить. Вообще только я имею право ломать дома. Меня убили. Как убили? Ты же команда проекта. Я не знаю. А ты где? Я на спавне, сейчас я обратно телепортируюсь. Так, что за хрень? Вот ты. Как тебя убили-то? Взяли и убили. Тебя не могут... Блин! Меня опять убили! Да как убили-то? Убивает. Ты вот передо мной стоишь и умираешь. Почему? Я не знаю. Ты команда проекта, тебя нельзя убить. Стоп, погодь. Вот сейчас посмотрю, нет ли никого тут, кроме тебя. А какая разница, кто тут есть? Тут нельзя тебя забанить. Ты команда проекта, тебя нельзя убить. Это ты сломал? Я не ломал. А кто сломал? Я не ломал, серьезно. А вот это что за лайм? Ай. Это фигня какая. Меня там кто-то стекло еще подломал. Я не ломал. Так это... Что за хрень? Я сейчас перед тобой здесь был, я это вообще не ломал. Вот я перед тобой здесь. Слушай, я тебе не доверяю. Я тебя вообще не... Да блин! Ты опять сдох. Я знаю. Ну вот точно, вот 100% никто не знает, то, что я ломаю дома просто. Кто-то выбрал мой ник и, наверное, волос. Да и хрен. Я не знаю, что у тебя. Чтоб они мучительными смертью дохли. Да? Да. Ну вот я стою, смотри, я вообще не... Я такой же команда проекта. Я могу, правда, сундуки тоже в твои лизать. Знаю. А ты долго скин свой строил? Вот дом я долго строил. Скин. Вообще. Скин? В смысле? У тебя скина нет. А где твой скин? В смысле? Я не знаю. У тебя скина нет. У тебя целый персонаж стоял со скином. Сейчас посмотрю. Не понял. Нереально. Чё за лаг? Я не знаю. Но это бывает. Как бывает? Какого хрена? Он не прорисовывается обратно, слышь? Да какой не прорисовывается? У меня его кто-то сломал. Кто сломал? Ничего-то... Ты... Слушай, можешь поддержку написать? Может, тут эти же овнеры? Пиши. А как написать? Его сломает, блин, как его вернуть? А чё... Чё такое? У меня одного шейдера... Ты дебил! У меня у одного шейдера не прогрузились, или чё? И кто это? Кто что? Ты где? Эй, ты знаешь, сколько строил? Чего ты строил? Я ничего не ломал. Строил! Но я ничего не ломал. Может, это тебя люди мстят за то, что ты их дома уничтожал? Могут они мне мстить! Ты чё, плачешь? Нет.
Да ты все равно команду проекта еще такой построишь. Не, подожди, сейчас прорисуется. Да сколько строить? Ну сейчас прорисуется, погоди. Слушай, а ты заходил в поддержку? Там пишут иногда, что дома пропадают, а потом обратно восстанавливаются. То есть здесь типа мир так очищается таким образом, а потом восстанавливается, чтобы нагрузка на сервер, она как бы не была столь сильной. Что происходит? Я это стекло час строил. Час строил стекло? А где оно? О! Я отлучился. Охренеть. А что со стеклом-то? Кто это делает? Я вообще не знаю. Не пойму. А ты куда пропал? Я на спавне ща. Ты на спавне? Ты куда пропал? Ща, я что-то не могу зайти. Я в этот портал долбанный захожу. Зайти не можешь? Нет. А что с тобой? Не знаю, вот. Я вот на этой фигне начальник. Стой, погоди, тут в чате что-то написано. Мне написано, бегите в портал. Вот я и бегу. Яши 01 забанен. Причина The Ban Hammer has spoken какой-то. Это что значит? Кто меня банил? Не знаю, написано забанен консолью. А ты? Консоль написано забанен. Какую консоль? Консоль написано. PlayStation 4 что ли консоль? Какая? Консоль сервера написано забанил тебя. Навсегда. Ты что мне делать? Я не знаю, я не... Блин. Можешь поддержку написать? Пиши! Ну все, тебя забанили. Блин, а как же с тобой дружить? Пена. С тобой что теперь дружить-то? Ты теперь не кома... Ты вообще забанен. Я думал, мы с тобой дома поломаем там, а тебя нет. Ты плачешь? Не плачь. Я не плачу. Ну ты плачешь. Я не плачу. Блин, и что теперь делать? У меня телефон так звонит. Телефон звонит. Ну все, тебя забанили, я не знаю, что делать. Ну там напиши что-нибудь, блин. Не могу я ничего писать, я не умею. Ты там, что ли? А я при чем здесь? Ты меня обзываешь, я тебе ничего не делал. Все, я поджигаю нахрен. Кого? Дом, дебил. Зачем дом? Кого, какой ты дом поджигаешь? Сейчас у меня тут спички, сейчас в ящике завалялись. Чего ты там поджигать собрался? Дом! Какой? Ты забой! Ты понял? Ты забанен вообще-то. Чё ты свой... Я свой настоящий дом поджигаю. Какой настоящий дом? Ты придурок, что ли? Сам ты придурок, понял? Зачем тут... Стой. У меня стена горячая. Ща я ее ногой лучше потушу, ща. Какой стена у тебя горит? Чё, ну чё ты заливаешь? Мне... Блин. Ща. Блин, она не тушится! Угу. Сука. А еще бомбу там не взорвал-то? Нет? Мама, я дом поджег! А? Ты чего, обалдел что ли? С ума сошел? Ты что, у тебя вообще что ли с головой? Ну-ка быстро давай туши! Быстро, я сейчас пожарку позвоню! Совсем чокнулся! Да, у меня бутылка тут! И психушку тоже! Ну-ка давай быстро туши! Я да? Быстро твои, давай, бери покрывало! Ну ты вообще, у тебя с головой не в порядке! Всем уже привет! Я сейчас позвоню, ты у меня сейчас получишь! Выключай нафиг все! У тебя уже крыша поехала! На это фоне! С ума сошел! Ну-ка! Я тебе сейчас... Стой! А что было-то? Чувак, он что, реально квартиру поджег, что ли? Я не этого момента, это я не уловил, этот момент. Он реально квартиру поджег, что ли? Че, придурок, что ли? Он что поджег-то там? Зачем он поджег-то ее? Не, ребят, я не знаю, поджег. Он реально поджег, у него мама реально ругалась. Слушайте, ребят, на всеобщее, в общем, ставлю вопрос на всеобщее обозрение. Пишите в комментарии, лишать его этого права или нет. Я его разбавлю, если я не ошибаюсь, ник у него был вот такой, Яша 01, я его разбанил. А, игрок не найден. О, разбанил, Яшин 01, разбанен, все. Кто не верит? Все, вон написано, разбанил, Яша 01, все нормально. И вы пишите в комментарии, каждый, пишите в комментарии. Он мне пишет, я не знаю, он что, восстановился, что ли? Ну, мне уже не интересно с ним говорить, погодите. И пишите в комментарии,
снимать не с него привилегию или нет, потому что человек заплатил деньги. Пишите в комментарии, я вас послушаю. Все пишите в комментарии. То есть вы заходите, вы пишете в комментарии, снимать с него привилегии или нет. Я почитаю и решу. А так, пока он с привилегией будет бегать на сервер, потому что человек заплатил деньги, я не могу у него ее забрать. Поэтому заходите на сервер, скоро будет сходка, я буду снимать стрим, всех жду. Заходите, IP в описании ролика. И, пожалуйста, если вы покупаете команду проекта, не ломайте чужие дома. Всем пока.